Жесть. Чё произошло? Нет, пожалуйста. Так, где мы очутились-то? О боже. Дорога вниз. Дорога вверх. Давайте пойдем вверх. Какая-то психоделика началась. Ну, одно радует, что светло, хоть свет есть. Какие-то картины. Символы, лошадка, значит, поезд, носорог, самолетик, грузовик, слон. Я смотрю, и так в каждой двери. Что мы имеем здесь? Больше похоже на детскую комнату, на какую-то. Хм. Паровозик, носорог, машинки еще какие-то. Слон есть, животное, пирамидка, грузовик, самолетик, так, ладно. А, лошадка вот есть. Что-то все то же самое, да? В тех дверях мы еще не были. Какой-то замок на картине. Крест. Да, здесь то же самое. У каждой двери похоже. Клевая картина, мне нравится. А здесь самолетика нет. Показалось, что ли? Такс. Я так понимаю, здесь нет самолетика. Давайте попробуем мою теорию. Я думаю, нужно здесь выставить самолетик. То, чего не хватает. Здесь чего не хватает. Так, здесь какой-то игрушки не хватает, да? Три в шкафчике стоит.
Носорога. Так, а здесь лошади, я уже вижу. Лошадь. А, она уже стоит у нас. Нетрудно не заметить. Так. И остается еще одна, да? Здесь у нас... А, ну раз одна. Так, поезд. Можно вот так вот методом... Оп, что-то открылось. Методом тыка. О, как ярко-то. Похоже, был сон опять какой-то. Что это было? Это, наверное, был сам Рой, охранник. Как мне отсюда выбраться? Блин, как же темно. О! Что за черт? Что за жесть-то? Так. Давайте посмотрим. Блин, так темно здесь. Что-то спички даже... Вау! Без резких движений только. Я только заберу спички. Тебя я трогать не хочу. Так, тут какой-то рубильник. И что произошло? Лампочка, что ли, загорелась? Doors locked. Дверь закрыта. Ну, еще один рубильник вижу. Вторая лампочка загорелась. Значит, похоже, дверь открыта. Так, есть. О, боже мой. Какого черта? Это ужасно. Сколько повешенных. Вау, вау. Черт. Черт. Да что за звуки-то? Жесть какая-то. Doors locked. Дверь закрыта. Так, смотрим, что у нас здесь. Спички. Здесь у нас ничего нету. Так, рубильники. Я так понимаю, надо все рубильники поставить вниз. Ах ты.
Я один двигаю, и остальные тоже двигаются. Ладно. Спускайся. Блин, верхний там поднялся. Чтоб тебя. Ну давай ты. Пускай. Блин, верхний опять поднялся. О, о. Отлично. Метод тыка рулит. Да что ты так громко-то закрылась? Так, здесь опять темно. Освещение есть, но оно, блин, нифига не помогает. Воу. Так, там не пройти. Блин, так спички-то быстро кончатся. Почему нельзя было сделать какой-нибудь фонарик, я не знаю. Ого. И что вы имеете в виду? Door's locked. Так, дверь закрыта. Здесь у нас опять чувак с трясущейся головой. Ладно, оставлю его там. Да чтоб тебя. Похоже, они... Они, похоже, все закрыты. Ух ты, радио. Радио это хорошо, но... Дверь-то закрыта. Даже никаких действий, да? Door's locked. Door's locked. Ну понятно, двери закрыты. Повешенный. Там вообще ничего не видно. Здесь что-то там в стене. Это фонарь, что ли? Господи, сколько ходов-то. Door's locked. Здесь все закрыто. Ладно. Идем дальше. Мне нужно найти дверь в кабинет директора. Может, Антон поможет мне снова? Так, похоже, кабинет директора где-то рядом со столовой. Сегодня я видел маму около столовой, на первом этаже. Она мне сказала, что сейчас уйдет, но ненадолго. И скоро папа придет вместо нее. Сказал еще, что мало осталось до той поры, когда я сам стану директором. Я очень обрадовался. Скоро я стану взрослым. Я стану директором. Потом мама поднялась в директорскую, а я опять остался один со своими мыслями и мечтами. Что я буду делать, когда стану взрослым? Но пока мне еще до сих пор непонятно, что происходит здесь. Так, кстати. Это мы, похоже, вышли, да? С другой стороны. Отсюда выбежал, кстати, Рой.
Рой. А это больше похоже, раз надпись, значит, это комната Роя. Так, и никаких действий. А это, я так понимаю, и есть столовая. Больше похоже на нее. Где вход? О. Такс. Давайте-ка посмотрим здесь. Спички. Так, здесь дверь заколочена. Какая-то карта. Что ли? Так. Давайте туда посмотрим сначала столовую. А там еще второй этаж. Давайте по порядку, что ли. Ну и что-то здесь. Смотрю, ничего такого и нету. В столовой-то. Так, а это что? Папа, мама, я. Вместе счастливая семья. Так, это что? Тряпка. Итак, лестница наверх есть. Давайте сюда зайдем. Это у нас кухня. Прям котлы такие. Кто-то скрипнул. Записка. Заходи на в склад, Бен. Так, Бен оставил нам записку. Еще одна лестница наверх. Угу. Это, я так понимаю, склад. О, у меня на даче такие же бетоны стоят с водой. Так, и нам взять-то нечего на складе. Так, радио. Давайте. Так, частота уже есть. Джонатан, ты слышишь меня? Бен? Бен? Да. Тебе нужно торопиться. Времени не осталось. Дверь в кабинет директора находится над складом. Над складом. Прямо над нами. Давайте двигаться на склад. Вот она, похоже, это лестница, да? На склад. Экс, ничего здесь нет. Черт, кажется, дверь заперта изнутри. Блин, ну приехали. О, боже мой, это опять Рой. Нет, пожалуйста. Нас опять вырубили.